Всем привет! Я Наташа Мишу, и это проект «Беседка» в культурном центре «Белые облака». И сегодня мы с вами послушаем музыку, вдохновленную индийской традицией. Проект «Заиндивили».
Thank you.
Thank you.
ты на крынок Привет, ребята. Спасибо вам за вашу крутую музыку. Здравствуй, Наталья. У меня к вам серьезный вопрос. Думаю, всем интересно, и мне самой интересно.
Чем вы изначально занимались? Знаю, что многие были академическими музыкантами. Это было в 97-м году. Мне позвонила Анна Гофман. Тогда она была моей подругой просто. Мы иногда созванивались, встречались. И она говорит: «Ген, там вот я пошла заниматься в индийское посольство, а тут у нас барабаны индийские преподают. У тебя же друг-барабанщик есть?» Она имеет в виду Кирилла. Друг барабанщик. Кирилла. У тебя друг. Она даже не помнила тогда, как его звали. Друг барабанщик есть. Вот, может, ему интересно будет? Бесплатно. И вот это ключевое было слово. И я сказал Кириллу, и Кирилл... А Кирилл сказал: «Слушай, мне что-то одному как бы скучно, давай вместе сходим». И вот мы пошли вместе туда. И вот с этого все началось. Это было 2 апреля 97 года. Вот. И как-то раз я смотрел передачу про Варанаси, и мне было лет 5, наверное, тогда. Варанаси – это индийский город, если что, да? А я очень удивился вот этим вот ступеням, которые уходят в воду. Я не понял, для чего это вообще происходит, да? Ступени, которые построены в реку. Вот, никаких мостов, ничего. Вот, и очень заинтересовался этим видом вообще города. И, видимо, как-то с того момента еще что-то там тлело в моей душе. Вот. Но я такой инертный был тогда, еще работал много, и на барабанах надо было играть. И поэтому мы вместе с Геной пошли. Я так в поддержку его с собой взял. Вот. И с тех пор вот мы... По-моему, мы с первого занятия прям, да, окунулись и да, не вот смогли уйти оттуда вообще. Я вырос в семье музыкантов. У меня папа пианист, мама скрипачка. И у меня не было выбора. Когда я просил дать мне барабаны и флейты, мне говорили, что через наш труп. Поэтому, когда я закончил консерваторию, и уже собирался заканчивать, я принес маме диплом, отдал и сказал: «Мама, вот тебе диплом, а я пошел вот в индийский культурный центр». А там был уже следующий вот учитель, да, устад Хашмат Алихан. Вот. Я слышу, что какой-то веселый такой дядя что-то играет очень красивое, но абсолютно непонятное. То есть вот мозг отказывается воспринимать, потому что другая система, другое восприятие, логика. Вот. Для меня это был вызов, потому что ну как же, я же консерваторию закончил, эго уже как-то выросло, да? Но нет, вот пришлось как-то усмирить свое эго, начать фактически с нуля. И так вообще многое в Индии приходится начинать с нуля. Он тебе дает другую перспективу, что очень важно, новый ракурс для понимания глубины и красоты какого-то определенного направления. И в данном случае табло многие воспринимают просто как ритмический инструмент. А на самом-то деле это гораздо глубже. Я бы сказал, что это поэзия. Потому что и свой язык, в который музыкант может вкладывать свои чувства, свои переживания, и главное, что это может быть реальный разговор. То есть ты говоришь, и человек, не знающий этого языка, он услышит, поймет, как-то в резонанс войдет. Когда я приехал в Индию, получил стипендию, начал учиться, и вдруг я начал заниматься друпадом. Я сейчас не буду эту длинную историю рассказывать. Я понял, что да, консерватория — это хорошо, это основа, это какой-то фундамент, но вот теперь началось реальное обучение, потому что, когда мне сказали, что опереться ни на что нельзя, то есть я спрашиваю: ну на что можно, на первую ступень, там, на пятую можно опереться? Он говорит: нет. Я говорю: как нет? Он говорит: все всегда разное, все меняется. Я подумал: ну действительно, Земля крутится, клетки делятся, да? Вселенная двигается, все же меняется, а мы пытаемся в академическом мире повторить, как слепок такой точный, что-то там 500 раз. Ну какая утопия, да? А все живое, да, вот этот вот живой момент, он, конечно, поражает и до сих пор меня продолжает вдохновлять. Я тоже так же пошел в культурный центр, ключевое слово «бесплатно», вот, подкупило, вот, но потом в какой-то момент я понял, что мое это ситар, мое это струны, и для того, чтобы изучать ситар, поехал в Индию. Я продал свою домашнюю студию, все, что у меня было, и поехал сначала на полгода. Вот. И как-то так получилось. Я хотел купить инструмент, покататься по Индии, ну, что-то посмотреть, страну. Вот. А в итоге получилось так, что я остался в одном городе, Варанаси, в который приехал. И все полгода я провел там, занимаясь ситаром только. И поэтому, когда приехал сюда, я уже что-то мог. Вот. И в посольстве Индии был такой ключевой момент, когда меня пригласили играть для министра культуры Индии. В банкете ко мне подошла женщина, спросила, где я так научился и какие мои дальнейшие планы. Я просто с ней беседовал. Я сказал, я вспомнил вот этот волшебный университет в Варанаси, Бенарас Хинду Университи, который, ну вот как в Москве МГУ,
Ты гуляешь по джунглям фактически, вокруг павлины, вот эта вот невероятная атмосфера. И священный город, конечно же. Я просто рассказал о своих впечатлениях этой женщине. Вот, и она сказала, все будет. Вот, я подумал, что это просто пожелание удачи. Вот, а оказалось потом, что это она не просто так спрашивала. Мне в итоге помогли поступить в этот университет, где я отучился 3 года. Получил диплом ситариста. И сейчас я очень рад возможности поучаствовать в группе «Заиндивели». Когда разные истории соединяются, у каждого своя, и вместе получается какая-то общая история. Ты вот академический музыкант изначально, который много этнического всего узнал. У тебя есть дети. И твой сын тоже музыке обучается. Как вы обучаете его музыке, чтобы не сломать, чтобы вырастить его индивидуальность и так далее? Думаю, многим будет интересно. Ну, смотри, Наталья, я не совсем все-таки академический музыкант. У меня нет такого образования, например, как у Андрея. Я всего лишь закончил музыкальную школу и на этом этапе сказал «до свидания» родителям. Которые, естественно, хотели, чтобы я занимался больше скрипкой. Вот. Но я уже тогда там, что-то там, мы играли на гитаре, там, пели песни какие-то популярные, там, группы «Кино», «Воскресенье» и все такое. Вот. И я абсолютно не считал, что это занятие музыкой. Как бы. Но через несколько там, месяцев, может, через год, я встретил человека, Александра Шамрая, кстати, вот, который в результате стал гитаростроителем. Вот. И мы с ним почему-то сразу решили, что нам нужен коллектив, сразу позвали Кирилла, вот, и стали сочинять свою музыку. И вот с тех пор это, на самом деле, самое интересное занятие в жизни для меня — это сочинение музыки. Естественно, я как бы недоученый ни как скрипач, ни как композитор, ни как все, на самом деле. То есть такое, всего по чуть-чуть. Вот. Но что-то в результате получается, какая-то музыка. Вот. Главное, что нам это самим очень интересно, и мы как бы вот всю жизнь этим занимаемся. С детьми, ну как, детей надо заставлять, конечно, играть. Вот. Все-таки, да? Да, естественно, а иначе ничего не произойдет. Вот. Андрей, добавь тоже что-нибудь, я вижу. Есть такое, вот одного японского учителя музыки спросили, он свой метод разработал, сколько надо заниматься в день, ну и вообще вот сколько, как часто. Он говорит, ну вы кушаете каждый день. Ну, заниматься надо каждый день. У нас есть заключительный вопрос, который мы немножко модифицируем для разных участников, но сегодня, я думаю, что он прозвучит у нас в изначальном своем виде. Если бы вы стали духовными лидерами, каждый из вас, что бы вы сказали людям? Вот мы сейчас уже что-то сыграли, и вопрос все еще стоит. Ну, вопрос-то все еще стоит. Мы уже сыграли, что мы хотели сказать, скажем так. Вот. А вообще я бы сказал так. Я думаю, я бы сказал, что отдохните. Отдохните, успокойтесь, и все будет хорошо. Я бы посоветовал любому человеку осознать свою самую-самую высшую цель. Не какую-то временную, а самую высшую. И осознать, как к этой цели двигаться. Мне кажется, что это самое важное, что может быть в жизни. И не распыляться на этом пути. Я бы все-таки сыграл бы, а не сказал бы что-то. Потому что все-таки музыка — это такая вещь, которая... Это совместное действие. То есть, ну, было бы здорово еще, чтобы люди подключились к этому. Чтобы все вместе что-то сделали. Не просто один говорит, другие слушают. Вот. А чтобы был какой-то совместный акт. Многие музыканты меня поддержат в этом, что почему мы вообще этим занимаемся. Не из-за того, что мы как бы чего-то хотим. То есть тут важнее процесс почему-то, чем результат. Да, мы хотим потом выложить все это в Инстаграм, чтобы к нам приходили на концерт, но это не самое важное. Вот. Важнее всего для нас это некое вот, некий другой пласт общения, который доступен, к сожалению, только тем, кто имеет возможность, ну, участвовать в музыкальном, в музыке, да, в музыкальном действии.
Если ты один раз вошел в это состояние, вошел и понял, что это тебе приносит, то все, это значит, ты уже потерян для общества, в общем-то. Вот. А остальные зрители, то есть слушатели, когда это слушают, они, естественно, могут это, ну, как бы увидеть со стороны и тоже как бы понять. Невербально, а говорить об этом бессмысленно, на самом деле. Поэтому мы, в общем-то, и играем. Так бы мы, может, и сказали бы всем, как духовные лидеры любят. Что ж, друзья, наше видео закончилось. Но вы можете зайти на наш канал и посмотреть другие видео. Там еще много интересного. А еще я вам напоминаю, что нужно подписаться обязательно на наш канал, поставить лайк, написать комментарий и так далее, и так далее.